Ребятки, всем привет, с вами Серега. Сегодня выбрался на рыбалочку, на нашу кладку опять. Сначала думал ехать на линка, но так как вчера мы все-таки тут половили отлично, я думаю, карасики. 5 штучек таких хороших поймали. Причем один на 740 грамм, вообще рекордный мой карась. Решил еще раз приехать, надеюсь, что клевать они сегодня будут. Уже было пару поклевочек. И, ребятки, блин, дивіться, от води прибавилось скільки. Ну, не знаю, сантиметрів, мабуть, 20. Хто дивився предыдущее відео про карасів, я там теж показував, що води більше було, но не так, як сьогодні. А хто не дивився, ребятки, подсказочка буде десь тут. Подивіться. Ну, в общем, будемо ловити, уже поклівочки є. Одіваємо камеру на голову. Ну і погнали. Ну що, ребятки, ловлю. Уже були перші поклівочки. Подкормил, еще даже больше начало. Опа. Блин, ребятки. Так уже начало клювать сразу, не знаю, плотва или карасик. Ну, кто-то пробует. Навряд ли, мне кажется, это лещ так быстро начал клювать. Блин, и на зелену что-то клюнуло. И только что что-то напротив меня таке вверх поднялось, горб показало и нырнуло. То ли щука, то ли карп, не знаю, может что-то такое. Ну и, возможно, еще, что я думаю, что это мог быть, мог также быть крупный карасик. Ну, правда, не знаю. Вчера тоже таке было, только там дальше. Ну, а сегодня прямо передо мной что-то такое. Ну и, возможно, ребятки, еще, правда, навряд ли, мне кажется, возможно, был сомик. То, что они тоже так выныривают. Ну и тут они должны десь быть. Возможно, якось теж поїдемо, попробуємо половити соміка. Ну, поки будемо ждати, поки потащить, тож поклівочки є, це вже хорошо. Ну, будемо ждати, блін, неудобно, звісно, що води так побільше, але вчора якраз було це. Такий уровень хороший, сьогодні вже прям багатенько, як бачите тут. Якщо ще так підніметься, вже буде неудобно ловити. Ну, ладно, ловимо, дивимося, що в нас вийде. Ребятки, начал уже снимать и забыл вам рассказать, на что я сегодня ловлю. По прикормочке всякие той раз смешал я лещ шоколад от Real Fish прикормочку и также от Real Fish гейзер. Добавил туда перловочки, сварил и также добавил туда криля. То що карасику, я дивлюсь, тут він, видно, понравився. До цього взагалі не ловився. Тут почав. Ловлю, як завжди, на перловочку з медом. Думаю, вже всі знають, хто підписаний, дивиться відео. Ну, будемо ловити. По снасті леска в мене фанатик 0,2. Без поводка я ділаю, сразу так напряму ціпляю крючок. Так, набагато, я б сказав, прочніше виходить, і, в принципі, от лещ клює теж нормально. Крючки теж фанатик, 8-й номер. Ну, будемо пробувати ловити. Покльовочки є, вже хорошо. Ладно, ребятки, не переключаємося і дивимося, що в нас сьогодні вийде поймати. Ребятки, клюнув перший, дивіться, як удочка гнеться. Блін. Ух ты шо, ё-моё, та там, там ты шо, ты шо. Давай, ух, ребятки, килуха походу. Ё-моё, карась, оце карасик, та ты шо. Блин, так, ребятки, сейчас я подождите камеру, включу, выключу, то шо, вчера так не записывала, не, вроде записывала. Та ты шо, ё-моё, так, надеюсь, он вас не забрызгал. Ну, я камеру протру, если что, тогда. Это килуха 100%. Дивіться, какой карасик. Ё-моё. Крылья, ребятки, работает. Ты что? Просто. Офигеть, какой. Офигеть, какой карась. Хорошо засекся. Блин, а ну таскать начал. Шо карпик, серьезно.
І він наверх вже не виходить так, як лещ швидко. Цей до кінця. Це ще повезло, що його пацакай схватив, кстати. Блін, заживав ти, звісно, у мене нема пінцета з собою. Так, ой, це був. Дві перловинки з медом, ребятки. І ось такий красавчик у нас і є. Ну це, мабуть, ну це кіложка, ребятки, мені кажеться. Либо кіло, либо 900 там може грам. Не знаю, дивіться на руку. Чуть ли не по локоть. Вчора я, кстати, казав, що грам 400 той буде, но ніфіга. 740 грам, самий крупний. Діло в тому, що карась він жирний більш. Лещ іде в ширину, так сказати, а цей жирний. Блін, і на зелену щось клювало якраз. Потім дивлюсь, тут таще вже. Так, ладно. Стіль тут. Зараз я відро принесу. Води, от як бачите, вже тут. Хорошо, колеса зробили, такий заход. Блін, а цей поплавок тут, непонятно. То лі щось завело, то лі вітром. Клюнув там, де і вчора. Первий такий хорошенький, блін. Зараз прикормку пересипаю, йду його в відро ложу і ловим далі. Ух, блін, ребятки. Ох, хорошенький. Ладно, ловим далі. Ну що, ребятки, перший пішов. Блін, ну він тут і таскав, звісно, під берегом. Я думаю, якщо б пацакай вовремя його не достав, то він б ще довше мог таскати. Подкинув трошки прикормочки, от як витащив його. То що я думаю, окунь ганяє і лещучка, треба буде сходити спінінгом якось теж половити. То що видно, води піднялось і рибка щось активізувалась. Інтересненько. Сьогодні так сходу поймалась і от опять почала щось дергати. Фух. Я якраз, блін, дивився, ребятки, на зелену удочку, почало щось клювати. Дивився на неї, дивлюсь сюди, а тут уже потащила в этот, в кувшинку. І, кстати, перед цим, тут в камешах щось теж пройшлось хорошеньке, теж, возможно, карасик по камешам пішов кудись туди, від мене, возле кладочки. Ну, ладно, ловим далі, подивимося, що сьогодні буде. Сьогодні я сижу як можна довше. И, ребятки, также сегодня взял с собой шнур USB длинный. Так что можно будет пауэрбанк подключить до камеры и не ждать, пока зарядится, а сразу. Так, блин, уже что-то клеит на красную удочку опять так. Как до этого, блин, комарів, конечно, это отгонять приходится. Вроде побрызгался, не так уже летять, но до лица все равно. Так, ну ладно, будем ловить. Подивимся, что еще поймаем. Так, ребятки, тільки що була поклівка на зелену удочку. Прям так хорошо почало клювати і перестало різко чогось. То лі з'їла, то лі що. Зараз подождем трошки. Якщо більш не буде покльовок, перекинем. Окунь сьогодні взагалі якийсь бешений, непонятний. Ганяє везде, і на середині, і возле кувшинок, і в самих кувшинках, короче. Я думаю, сьогодні якщо зі спінінгом пройтися, можна було б хорошо наловити. Ну, ми сьогодні за карасиком тут. Будемо ловити. Щось на зелену взагалі ж перестало клювати. Зараз спробую витащити, мабуть. Передзакинути. Ну і подивимося. Ребятки. Ще одна рибка. Блін, щось таке як подлещик, вроді би. А ні. Зараз от почав сопротивлятися більше. Да, карасик, походу. Він так довго не клював, вже одна удочка, блін, запуталась. Іди. Ах, блін. І цей чуть не запутав. Ну цей маленький. Це такий, блін, ребятки. Мелкий вообще, ну пузатий капець. Такий, ну такого відпустимо, я думаю. Хай пливе. Так, ребятки, давайте зараз я його відціплю, постараюсь акуратненько відпустити. Ну це, блін, маленький вообще. Тихо ти, я ж тебе випустити хочу.
так и вот, ребятки, маленький карасик клюнул. Жирный, блин. Непонятно, что в середине он, куза якая в него. Наив, то ли он сейчас икрой может. Ну давай, тебя отпустим. Давай, бежи по бабушку и по дедушку. Все, ребятки, поплыв, блин, пузатый вообще. Он сверху видно. На дно не опускается, не хочет. Так, ну ладно, будем ловить. Дивлюсь, пузырьки якісь начали ще йти. Подивимся. Він хочеться більше, а це прямо вообще якийсь маленький. Ладно, ребятки, ловим дальше. Ребятки, щось клюнуло, отлично. Не знаю що. Карась, возможно, крупный. Блин, щука, ребятки. Третья щука. Причем за рота, да? А, за рот поймалась. На перловку, блин, ну... Возможно, конечно, до цього щось клювало. Повезло, кстати, вот за краешек прям зацепилось. Интересно, чего она напала. Не, ну такую я не знаю, наверное, выпустим, да. Потому что прям, ну, маленько. Зацепилось, повезло, блин. Так надеялся, что это же либо крупный карась, либо карпик, то что начал тащить, и вона как даванула на дно, я думал, я и не вытащу. Но оказалось, что это такой вот щуренок. Так, сейчас попробую достать якось то, что она там. Ну и чё ж ты так клюнула? Ну, кстати, в середине, ну, вроде бы что-то уже есть. Или не? Не, пуста. В середине ничего нема. Я как раз хотела что-то поесть. Возможно, что-то некрупно клювало. И она как раз решила съесть. Подсеклась так. Блин, ну. Вроде из краешку зацепилась. Она... О, все. Отцепив. Так, да, покажу тебе. Такая вот щучка, ребятки. Красиво. Но маленькая, правда. Блин, за рота поймалась на перловку. Так, ну давай. Плыви. Зови крупного карася, карпа или ща. Давай. Всё, уплыв. Ну. Ничего не клювало. Опа, на красну что-то дергать начало. До цього что-то так притапливало, притапливало, потом резко бах и на дно. Ну ладно, ребятки, будем ловить дальше. Солнышко уже седает, сейчас должен начаться как раз самый клев. Ну, подивимся, что получится. Надеюсь, еще карасика поймаем хотя бы одного. То что, якось маловато сегодня. Размер, конечно, ничего, но маловато. Хотелось бы больше. Ладно, ловим дальше. Ну что, ребятки, сижу, ловлю. Було ще пару покльовочок, не знаю, що за рибка зараз клює. Возможно, лещик зараз буде клювати, може карасик, звісно, ще. Жалко, що тільки одного нормального поймали, такого, щоб взяти. Ну, одного я випустив, і щучка була теж. Ну, нічого страшного, я думаю, приїдемо ще якось сюди теж половим, може ще ловитиметься. Ну, а завтра, думаю, вечором, якщо вийде, то поїхати на линочка. Ну ладно, ребятки, будем ловить. Ще, наверное, посижу минут 20, ну и буду уже собираться. Ладно, дивимся, что еще. Может, еще что-то и попадется. Ну что, ребятки, вот такая у нас рыбалочка сегодня получилась. Уже зайшло сонечко, вот, как бачите. Поймали сегодня, конечно, не дуже много, всего одного карасика. Ну, я еще также выпустил
мелкого карася и щучка невеличка у нас сегодня клюнула. Ну, тоже считаю, рыбалочка удалась. Вот такой у нас сегодня поймался, порадовал карасик хорошенький, не знаю, но, ну, мне кажется, килограммчик тут есть. Блин, конечно, тащить не то, что леща, блин, цей сопротивляется. И дивлюсь, сразу не заметил, вот у него хвост тут так есть. Такое ощущение, что чи в сетке десь побывал, чи что. Прижатый тут. Ну, вот такой карасик, ребятки. Я думаю, напишу вам вес его, если не забуду. Ну и, ребятки, если вдруг не будет веса на видео, то дивіться в описании. В описании я всегда пишу вес рыбы. Ну, вот такой вот карасик, в принципе. Кому понравилось такое видео, как сегодня половили, то подписывайся. Ставь лайк, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока!